До свидания. Почем бензин? За 50 песо. Залью тебе бак до краев. Залей мне полный бак. Конечно, без... Эй, гринго. Чего надо? Не осмотр... Может, и нужна. Здорово. Кого я ви... А купить? Может, и покупаю. Вот, продать тебе машину хотел. Неплохая тачка. По рукам. По рукам. Здорово. Кого я ви... Машины, надеюсь... Ну, как вам сказать, сеньоры? Что у тебя есть? Могу... О чем Хантер? Ну, сеньор. Это мне подходит. Поздравляю. До свидания. Приходите. Рад снова видеть вас, сеньор. Рад снова... Здравствуйте, мистер Майерс. Хорошо, что вы зашли. У меня есть к вам разговор. Откуда вы знаете, кто я? Слухи о Соле Майерсе, который ищет свою дочь, уже ходят по Пуэрто-Сомбра. Такая слава меня радует. Видите ли, я занимаюсь коллекционированием. Какое это имеет отношение ко мне? Судя по всему, вы вдоволь поколесите по нашей стране. Интересное предложение. Иного ответа я...
принесли что-нибудь? Скажите, а вы никогда не слышали индейскую легенду о Ксенусе? Как же. Есть и у меня в коллекции кусочек легенды. Согласен. Забирайте деньги. Пожалуйста. Осторожней с ним, сеньор Майерс. Он очень стар, этот обломок. Вы же не хотите, чтобы у вас из одного получилось три? Пока нету. Жаль. Добрый день, капитан. А, это ты, Гринго. Ну, заходи, раз пришел. Ничего не слышно про мою дочь? Нет, Майерс, ничего. Я убил киллера, капитан. И теперь не знаю, что мне делать. Мы уже определили его личность. Это довольно известный в преступных кругах нашего континента наемный убийца Альберто Бланко. Так может... Вы сможете помочь мне определить, на кого работал Альберто Бланко? Понимаешь, Гринго, дело-то уже все закрыто. Бланко убил редактора, ты убил Бланко, вот и все. Ты молодец. Капитан, я понимаю, что это связано с определенными трудностями. Даже не знаю, Гринго. Я согласен на ваши условия, капитан. Вот ваши песо. Отлично, Гринго. Итак... Судя по данным, которые находятся в распоряжении полиции, Альберто Бланко работал на человека по кличке Ацтек. Насколько я... И где мне найти Ацтека? Уж очень хочется с ним потолковать. По нашим данным, Ацтек сейчас отсиживается в своем домике в горах. Он провалил несколько крупных дел, и кое-кто очень жаждет спустить с него шкуру.
Так, грибы собираю, ягоды. Сол Майерс, меня зовут Эудес. Поговорить я с тобой хочу. Принёс железо, Майерс?